Операция Капкан! Быстрее покупать комбинезоны, быстрее! Тора is my name, это мой манюрей, no pain, no gain, иди нахуй Мандей. Всем честникам салам, остальным соболезнам, связи Цедрик. Многие знают, открылся новый сервер Classic RP. Мы с братой уже успели поиграть на сервере целых 2 дня, за что еще и получили чест, блять. Мод сам по себе прикольный, да и в основном аудитория там нормальная. Ну, также отзывчивая администрация в 80%. Но, как мы знаем, семей без рода, на сервере появилось, блять, 2 фракции ебаных девочек, которые постоянно отсасывали 60 рил в 6, писали, что мы играем щитами, при этом чел играет 16-9 и попадает, блять, одну пулю из 30. Как бы да, ну и плюс 2 администратора, которые, блядь, просто, ну, призаты отношения за фамилии, короче. В общем, в ролике все объясним, всем приятного просмотра. Да, там нахуй скажи, что они охуеть. Смотри, блядь. Ты сейчас ляжешь так, батарея. Я ваши черные жопы, сука, на своих. То есть, что мы сейчас слышим? Че, просто стоит нагло въебывается на нашей СП, оскорбляют всю банду, нахуй. Им говорят, по-хорошему идти, вот это продолжают оскорблять, за что получают пизды. В районах не видел, клоун. Могу сразу, слышишь? А, ну это нормально, не? Что такое? Что происходит, да? Патронов не будет! Стреляй! Понял, патронов не будет. Кого тут ты будешь ждал? Патронов не дайте! Патроны, дай Коля! Булажное оружие, булажное оружие! Сука, пардон, на грязный хуй дымится во рту, эй! Патроны нужны, подожди, прошу! Тора is my name, это мой манюрей, no pain, no gain, иди на хуманды. Тора is my name, рада капейн, пейн, заряжай для команды. Тора is my name, это мой манюрей, no pain, no gain, иди на хуманды. Тора is my name, рада капейн, пейн, заряжай для команды. Baby Monday, Тора is my name, это мой манюрей, no pain, no gain, иди на хуманды. Тора is my name, рада капейн. Отписаем нахуй. Я пушу, Цезарь, ты где? Банхамия, блядь, стреляй нахуй! Мы видим дальше, блядь. Просто это уёбище, блядь, откисло нахуй со всей своей, блядь, бандой долбоёбиков, блядь. И начинает, блядь, выёбываться. То есть он лежит в мёртвом состоянии, оскорбляет по ОЦ, блядь. То есть мало того, что он пиздит в этом мёртвом состоянии, так он, блядь, ещё и оскорбляет, блядь. Плюс ещё нахуй, по факту он ПГшит, потому что он валяется, блядь. А у меня оружие, нахуй, я ему просто, блядь, ствол нахуй в очко, блядь, засуну, будет все, блядь, ебало протирать ему уёбище, блядь. Ну, а администратору нахуй похуй. Он так чисто, блядь, сверху поглядывает, ждёт, пока я кого-нибудь оскорблю, блядь, димут мне даст нахуй 30 минут. А он нас мара на респе уже делает нормально? После первой перестрелки лидер Вагас, блядь, понял, что он уже крупно отсосал, и он решил Пенгинфе, блядь, позвать своих союзников Мару, которые тоже, блядь, приехали с таком, блядь, в 5 раз, блядь, больше, чем нас. Ну и также просто благополучно, блядь, сложились, нахуй, написали админу, что мы играем щитами. Боже, тут быстрее! То мы видим дальше. Челы просто понимают, что они проиграли файт, берут свайпы на дубинки. Админ также все сверху летает и следит. Видит, как они свайпают дубинки, видит, как они дубинками этими, блядь, бьют в крысу. На фрапсе у меня видно, что мне просто взяли дубинку, крысу ебали. То я, короче, я бегу хилиться, и когда уже прихожу, все эти челы уже лежат. Поэтому на этом этот момент заканчивается. Пишем. Обман жду нельзя, клоун, я сейчас я вынесу твой пятый. Ну, дружок, за раз нельзя сразу двоих забирать, когда держу в курсе. Потише, бля. В итоге, из-за чего была данная перестрелка? Мы катались по гетто и увидели двух вагасов, решили их ограбить. Мы их стопнули, они вышли в машины. Ну, отыгрывать дуо не отказались и сказали, типа, зовем админа, что мы там окей-то на нрпшники, и они не будут играть ду, потому что правилами сервера это запрещено бы. Как бы это, чтобы понимали лидер вагаса его зам, они отыгрывать перестали, мы поняли, что это какие-то вообще ФК-клоуны, только потом мы уже поняли, что это лидер. То есть, мы просто чела взяли, убили и поехали, а потом вы увидите его отыгров 5 баров в чат. Твой, блядь. Боятся. Понимаю, блядь. Отлетайте нахуй, долбоёбы кончили. Там чел отыграл последний. Чел отыграл последний час. Сейчас там будет чел отыграл. И что мы видим? РП лидер отыгрывает в ду, варф с фэмами начало, блять. Как бы вот, да. Поэтому мы переходим к следующей ситуации.
Лицом... Тихо, подожди, Коль. Лицом к стене. Стань администратором, можешь проверить, что у меня был? Правда, что у них 5 баксов? Вот у этого 0, у второго 4 бакса, блядь. Ваши 6, 4 бакса. Ну, правильно. Давай 4 бакса. Стой, а у него кроме денег ничего нету? Крисово, получи его. Что я говорю? Я виноват, хотел принести извинения уважаемым бандосам и Сайлам. Хорошо, второй. Я виноват, хотел бы принести извинения уважаемым бандосам и Сайлам. Не-не, останавливаемся. Все назад вернулись. Ну, стоило того. Что мы видим? У чела откуда-то оказывается пистолет, при этом администратор, когда проверял, сказал, что у игрока только 4 бакса. Ваши 6, 4 бакса. Я специально спросил, есть ли что-то еще у игрока, он сказал, нет, он стоит 4 бакса. Стой, а у него кроме денег ничего нету? Крисово, получше его. То есть, человек откуда-то взял оружие, ну, мы же русские, бог с нами, нам бог оружие выдает, вот. То есть, это ладно, на этот момент простим, но... Челы просто, блядь, две банды, опять запоминайте, как в том файте бежат Мара и, блядь, Вагас, ПМГ Инфе, начинают нас в итоге они хуярить. Нас хуярят. Тело, блядь, тело бежит сюда. Да. Так, и что мы видим? Они по МГ Инфе приехали, начали по нам стрелять. И мало того, что они приехали по МГ Инфе, они еще все оружие свое свайпнули на топоры. Администратор за этим следил, он откинул двух человек за ПГ, это вот те, которые за машиной. Но самый прикол в том, то, что эти два чела оказались стримерами, и они сказали, что мы играем с гэмом, потому что якобы мы не пробиваемся. Администратор такой им в ответ сказал, то, что нас забанят скоро за читы, в общем-то. А теперь смотрим фрапс этого нашего профессионального стримера. Ясно, блять, как с таким играть? Что мы видим на фрапсе? Чел просто из 10 пуль попал только одну. По моим хп видно, что он ее попал. Как бы, а он говорит, что по мне вообще не регает, что я играю с гэмом. Ну как бы, одну пулю из 10 попал, понятно, что ты меня не убьешь, долбоёб. Нахуй ты что там пиздишь, блять, администратору, блять, что я с гэмом играю. Но это ладно. При этом, когда у него закончились 10 патрон, он, видимо, думал, что, блять, он нахуй там какой-то проф-игрок, блять. Без патрон, блять, хуярить будет. Стоит просто, блять, и клацает. Ну как бы, подумаешь, там патроны кончились. Но я стреляю, как бы, ребят, у него гэм, забаньте его. А теперь смотрим фрапс от моего лица. Нас хуярят. Так, и что мы видим на моем фрапсе? У меня установлен Dux мод, который показывает, когда в меня попадает. Вот видите, там была трещинка на экране, это единственное его попадание из 10 пуль. Потом у него пуль закончилась, и он просто стоял в ПКМе, блядь, и думал, что он стреляет. Ну, видимо, киберспортсмен челик, блядь. Не знал, что если патрон-то заканчивается, стрелять там, блядь, ты не сможешь, дебил. Ну ладно, как бы, вот такая вот ситуация. А потом он телепортится к админу и видит, что я играю с гэмом, они вообще не пробиваются, бедные, блядь, несчастные, нахуй. Одну пулю, блядь, попал, блядь, и сдох, дебил. Да, я мы поняли. Так, и что мы слышим? Администратор говорит, что он видел на стриме, что было, и говорит, что сегодня всю эту шайку забанят. Как бы, да, играем мы щитами, ребят. Подумаешь, там чел одну пулю попал, как бы, а потом просто, блядь, ну, стоял в ПКМ и думал, что стреляют. Но мы читеры, вы это знаете, потому что, ну, с нами плохо иметь дело. Все-таки манхаммеры без щитов играть-то не умеют. Это вот киберспортсмены, блядь, смары. Не могли нас убить, и так бы, блядь, без щитов убили, вы чё? В общем, братва, мне тут только что передали информацию, пока я записывал ролик, что в третьем тут салоне, это где находится гора Вагас в опасном районе, в общем-то, обвал цен, там получается сейчас все стоит по ГОСКе, все цены, поэтому кто хочет забиться, сразу едьте, забивайся от духами, вот. Ну а мы продолжаем к ролику. Переходим к следующему моменту. В общем, администратор сказал, что у нас были многочисленные нарушения, и они написаны на форуме. На форуме нашли только две жалобы на нас. Первая жалоба от лидера ФМов. Кстати, вот, человек сначала жаловался на нас, потом просил, чтобы мы за него залетели постреляться, вот, как бы, уличная свинья. В общем, суть жалобы. Он говорит, что мы там дэмили, что-то такое, и в итоге доказательства сейчас вы сами увидите. Между прочим, это лидер ФМов. Вот. Да, он чисто на фотик фоткал, да он.
Не, ну как бы чел сразу написал, что Shadowplay не работает. Да, братуха, мне, конечно, тебя жаль. Понимаю. Shadowplay у большинства не работает, все-таки это сложная программа, ее изучали нахуй в Пентагоне, блядь. И открыть ее только можно избранным, кто как бы Оксфорд, блядь, закончил. Ну, в принципе, сейчас я тебе покажу, как ее можно открыть. Вот. Как бы там три легких нажатия, просто открываешь трей, нажимаешь Shadowplay, там. NVIDIA GeForce Experience, да, как бы там брал такой мышечки, да. Потом заходишь в Shadowplay, нажимаешь на галочку, и оно у тебя включается, да. Теперь переходим к следующей жалобе. То есть, что мы видим на жалобе? Человек пишет, что PG, байт, DMZZ, а также читы. Ну, читы как бы не доказано, но вы мне слова верьте, как бы они банхаммер, они везде читами, как говорит, играют. Как бы покажи только, где мы играем читами, дружище. Ну, и, конечно, ты не покажешь, потому что ты ебаный, блядь, я стал ему звон, 12 IQ чел. Вот, пишет, блядь, читы, ну не доказано, но вы на слова верьте. Давайте вот всем на слова верить, как бы будем это, блядь, слишком весовый аргумент, чтобы не забанить. То есть, как мне кажется, нужно слова челу поверить, он же по-любому не пиздит и забанит. А еще вы знали, короче, если нахуй это, ну, просто на сыте, блядь, 1 000 000 рублей, блядь, получите, отвечаю, нахуй, чё, не верьте, ну, на слова-то, ёптать, верьте мне. Пиздите его, пацаны. Вот, а у меня все записывается. Не попал, а, попал, сука, прикинь. Бля, меня смахлил. Бля, заебался уже вырезать. Да как я заебался на вас записи делать, вот отвечаю. Ну, вам мало, видимо, да? У тебя еще одна будет. Что происходит? В общем, что мы видим, жалоб? Игрок пишет, что Блаш дэмит в ЗЗ, ПГшит, байтит их, мол. И то, что типа он читами. Окей, то было на фрипсе. Чел говорит своим печенькам, чтобы они вышли его замаслили, они выходят битву кулаками, тем самым его же байтят и дэмят в ЗЗ. На что он достает калаш, убивает их, и получается, что он был с оружием, а не без. При этом они как бы ПГшили. Получается, все, что он написал про Блаша, это, блядь, относится именно к этим дебилам, которые нарушили правила. При этом залили жалоб на Блаш. Также он говорит, что Блаш играет читами. Окей, чел, блядь, ты едешь на машине по прямой. Как думаешь, какова вероятность, что тебя на ЛХП высадит человек? Вот сам подумай. Мне кажется, тебя бы не высадил только тот человек с Мары, который, блядь, из 10 пуль одну попал, а потом стоял и думал, что он стреляет, когда у него была перезарядка. Как бы да. Это, конечно, весомый аргумент, что мы читами играем. Но мне кажется, у тебя проблемы с развитием. Пора лечиться, брат. Доказал. В общем, что хотел сказать, я уже сказал и показал. В данной ситуации я не правом считаю именно администратора, который выдавал наказание, выдал нам чест. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментарии. Всем удачи, всем пока. Братан, извини, не плачь. Зачем за таких дебилов, блин, обижаться, таких как я? Все нормально, братан, будет. Не переживай, братишка. Мы с тобою, ты с нами. Все нормально, не плачь, братан. Отправь мое сообщение. Слушай меня сюда, ты. Тебя вообще давно, типа, ну, по IP-адресу, да, не вычисляли, я вижу. Ну, то есть мы же встретимся культурно. Ты один, мы одни. Ну, сам понимаешь. Все, что есть у меня, это голод. Голод моих улиц, голос моих братьев. Там, где беззаботица ломала нас всех.